Почем нынче соем? Казахстанцы жалуются на рост цен на мясо. За килограмм говядины в Караганды просят 2500 тенге. Понемногу, не слишком шокируя покупателей, но планомерно продавцы переписывают ценники. С чем связана такая ценовая политика, выясняла Людмила Батюшкина. Каждый месяц, получив пенсию, Маржан Шаматаева с супругом идет на рынок, чтобы закупиться впрок. В списке продуктов – крупы, овощи и говядина. У нас с мужем минимальная пенсия. Еле хватает. Все дорожает. На говядину цены каждый день растут. А без мяса еда совсем невкусная. Поэтому ходим, торгуемся, объясняем продавцам свою ситуацию. Пытаемся сбить цену. В таком же положении пенсионеры и в Восточно-Казахстанской области. Простой опрос показал, что там и в Караганды на рынках самое дорогое в республике мясо. За расчет возьмем мякоть. Совпадение или нет, но в этих регионах забой на соем уже начался. Продавцы на рынке тоже недовольны ростом цен на мясо. Дорогой товар по трое суток залеживается на прилавке. Несвежий приходится продавать с уценкой, чтобы хоть как-то отбить затраты. Если раньше после зарплат бойкая торговля продолжалась около 2 недель в месяц, теперь буквально пару дней. Я здесь уже 4 года работаю. Цены на мясо за это время очень сильно выросли. Сейчас мы покупаем оптом по 1250, а зимой еще будет дороже. Наши поставщики говорят, что цены растут из-за удорожания бензина и кормов для скота. Ну и у нас выбора нет. Ответить на вопрос, почему мясо на рынках и в супермаркетах дорожает, в Акимате не могут. Вообще, при общении с чиновниками складывается впечатление, что они и остальные казахстанцы живут в параллельных реальностях. А все дело в том, что госслужащие ориентируются на цены в социальных магазинах. В декабре 2016 года цена лопаточно-грудной части говядины стоила 1270 тенге. На сегодняшний день эта цена 1 килограмма составляет 1378 тенге. Наблюдается рост на 8,5%. Чиновники предлагают закупаться мясом по субботам на социальных ярмарках. Там, мол, говядину можно приобрести от 1100 тенге за килограмм. Однако покупатели уверяют, что за эти деньги и качество будет соответствующее. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.